Друзья, всем привет! В общем, такой коротенький видосик. Вот человек привез мне чулок, два флянца и две правых полуоси вот, с правой стороны. В общем, не знаю, почему две правых. Но, в общем, надо сделать мост на колею 70. Человек издалека и будет ждать, пока это все дело сделаю. Сейчас время 35 минут 10. Ну, посмотрим, за сколько времени, как говорится, по-срочному я сделаю вот эти вот вещи. То есть первым делом укорачиваю полуоси, свариваю, равняю. Делаю отпуск, вот, и пока они будут остывать, займусь чулком. Чулок нужно будет подрезать практически на сантиметр, потому что будут стоять барабаны, колею нужно сделать 70. Все, харе-ля-ля, 35 минут, погнали укорачивать по срочнику. Так, ну одна полуось укорочена, сварена, сейчас чуть остынет. Прошло, ну, 20 минут с копейками. Вот. Укорачиваю вторую полуось. Размечаю и укорачиваю. Ну, будем считать, что 10 часов времени. Так, ну и вторая полуось сварена. Прошло, да, также 20 минут, в принципе. Сейчас ее убираю вниз, эту беру и сварочку лишнюю стачиваю и иду ее равнять уже на наковальне, прогревать, проковывать и выравнивать. Так, две полуоси, сварка зачищена и зашлифована. Прошел практически час, как я начал их укорачивать. Сейчас подключаю резак, иду их равнять. Все, полуоси выровнены, прокованы. Отпуск сделал. Время сейчас, вот, ну, опять же, минут по 15 ушло на полуось. Я еще не сделал ни одного перекура за это все время. Вот занимаюсь, занимаюсь и занимаюсь. Пускай чуть остывают. Здесь прохладненько, кондюк работает. Укорачиваю чулок. Так, друзья, мост укорочен. Сейчас проверяю ширину. Время заняло, ну, можно сказать, 2 часа ровно. Заняло укоротить мост. Это при условии, при том условии, что чулок был уже укороченный. Обрезано все лишнее. Вот. А так еще полчасика можно накинуть смело. Вот. Проверяем. Должно получиться 70, друзья, 4. Так и есть. 74 плюс по сантиметру. Ну, там они практически сантиметр. Толщина барабанов. Получается 76 вместе с барабанами. Вылет диска. Ну, помните, да, я уже рассказывал. Колея ровно 70 вместе с барабанами. Смотрим. Эти самые. Здесь нормально, тут не видно. Но у нас тоже стоит по краю. Вот. Полуоси отлично. Так как я с них начинал. Ну, в принципе, не один, уже десяток мостов сделан. Можно начинать с любой. Кстати, увлекся так сильно, что забыл, что у меня две правые полуоси. В итоге, пока их отковывал, снимал напругу. И получилось так, что перестарался немножечко и сделал из правых левые. То есть теперь сейчас две левые полуоси здесь. Не знаю теперь, как быть. Плюс еще ошибся. Сторопился, спешил. Ошибся и флянцы вот эти тоже неправильно варил. Надо было их наоборот варить. Этот туда, а этот сюда. Вот, как-то так.
в общем, впорол косяка. Но если я хозяину сейчас не скажу, этому заказчику, то, я думаю, никто и не узнает, что здесь две левые полуоси и флянцы вварены наоборот, поменены местами. Все, мужики, всем пока. С вами был Санек. Скоро увидимся.